Вообще по карте здесь у Алинов самая сложная такая тактическая составляющая, потому что три вот этих джина перемещаются, постоянно появляются здесь. И самое главное не дать захватить город какой-то с дворцовым районом, чтобы постоянно увеличивались вот эти очки. Плюсом, конечно, является то, что при обычном сражении, когда уже на территории бывал, при обычном сражении 4 очка героев дается, и то есть развивать их очень просто. Ну и, соответственно, так как вот эти две территории, Молитвенное место и Южные Дюны, я думаю, оставить на потом, потому что там герои появляются и достаточно сложные такие сражения, то нужно сразу нападать в лоб на вот этого вот, на Мемфиса. Ну, Харгу тоже потом можно следующим ходом. Так, тут у нас храмовые пески. И вот этого гуся тоже. О, это простое у нас. Возвращение товаров. Торговцы Минчи известны в пустыне Алида. Многие из них заслужили славу людей, готовых рисковать всем ради выгоды. Но, возможно, один из них располагает сведениями, которые могут помочь нам. Это главный торговый путь через пустыню. По дороге мы встретили конвой Винчи, груженный разными припасами. Купец попросил нас проводить конвой через этот опасный район. Здесь действительно очень опасно, поэтому мы проведем их по очереди, одного за другим. Пожалуйста, помоги мне. Если мои товары не попадут на рынок, я буду разорен. Я тебе щедро заплачу. Теперь давай вернемся назад. Скоро должна подойти еще одна партия товара. Теперь давай вернемся назад. Скоро должна подойти еще одна партия товара.
еще один груз. Пожалуйста, проследи, чтобы он был доставлен в безопасное место в целости и сохранности. Ура! Мы в безопасности, слушай. Я тут кое-что приберегал на черный день. Здесь таких не найдешь. Мои товары! Ура! Спасибо! Ты доставил первый груз в целости и сохранности. Смотри, я распаковал несколько механических воинов. Они тебе помогут! Теперь давай вернемся назад. Скоро должна подойти еще одна партия товара. Вот и еще один груз. Пожалуйста, проследи, чтобы он был доставлен в безопасное место в целости и сохранности.
теперь давай вернемся назад. Скоро должна подойти еще одна партия товара. Еще один груз, пожалуйста. Проследи, чтобы он был доставлен в безопасное место в целости и сохранности. Конвой идет дальше своей дорогой. Эти товары очень пригодятся жителям Азар-Харифа. Thank you.
Вот, но здесь как бы территория не наша, и мы сразу на него нападаем, а здесь военный район стоит, так что этот сразу сюда не встанет, и его можно будет потом убрать. Когда мы оказались в пустыне, какой-то джин попытался заманить нас в ловушку. Это было возле развалин древнего храма. Ари говорит, эти храмы построены в местах, где проявляется громадная природная сила. Не знаю, что ему было нужно, но в любом случае надо отплатить ему за предательство. Никто и ничто меня не остановит. Выпустите нас отсюда! Так, освободить узников. Помогите! Ты меня не остановишь. Оставляйте нас в этой тюрьме!
Даже и не надейся победить. Не мешайте мне! Он использует силу храма, чтобы вызвать армию големов. Все пленники свободны. Thank you.
теперь он никому не причинит зла. Надо идти в Мизикеш. Нельзя терять время. Пишет, что герой Харга, Тюмнелин, побежден нами. Войска были уничтожены. Это который здесь стоял, вот здесь. А здесь район забрали, и надо будет на него наступать. Долина безумцев, вот сюда. Так, долина безумцев. Ария писала эту долину как место, где сам воздух может свести человека с ума. Древние тщательно ее избегали. Хотел бы я иметь такую возможность, но мы должны искать ключи к Мизикешу везде, где только возможно. Что-то здесь не так. Я не... Эй, народ, будьте... Будьте бдительны! Ну и где этот механический воин? Тож, наконец-то я ему отомщу. Петруццо, ты где? Я заблудился. Тож наверняка там, вон за той дюной. Thank you.
Этих темных алинов надо уничтожить. Петруццо, ты где? Я заблудился. Тош, наконец-то я ему отомщу. Петруццо, ты где? Я заблудился. Петруццо, ты где? Я заблудился. Даже Винчи и те пошли против меня. Неужели предательство везде? Ну и где этот механический воин? Внимание, стража! Приближаются темные алины. Прикольная галлюцинация петуха. Что? Откуда здесь пустыня? Темные алины зашли слишком далеко. Я пришел в себя. Я больше не безумен. Я снова в здравом уме. Давайте выбираться отсюда, пока еще кто-нибудь не спятил. Так, драконье гнездо. Здесь дракон Туран будет у нас. Драконье гнездо. В этой земле гнездятся песчаные драконы. Когда я здесь был подростком, Мари рассказывала мне завораживающие истории о могучем драконе Туране. Легенды гласят, что здесь находится его логово. Драконы – могучие существа, но боюсь, что зараза, идущая по этой земле, могла развратить даже этих гордых созданий. Темные алины черпают здесь силу для создания своих монстров. Драконы, они пытаются их заразить. Этих тварей надо уничтожить. Если они выйдут на волю, их уже никто не остановит. Я помню, Ари рассказывала про великого дракона, повелителя всех остальных.
Савву не сумел подчинить великого дракона Турана. Пока. Но он сумел запереть его в темницу и использовал его как приманку, чтобы заманить в ловушку множество других драконов. Не таких стойких. Разрушить стеклянную оболочку вокруг Турана и освободить его. Туран на нашей стороне. Долго они не продержатся. Их надо освободить. Надо освободить и других драконов.
Ха! Теперь дракон свободен! Что это за чудовище? Это... Дракон заражен темными алинами! Thank you.
Драконы свободны. Но кто знает, сколько их уже попало под власть темных алинов. Рога темные алины, глупцы и винчи, вы думали, что сможете одолеть меня вот так просто. Тьма этой пустыни возродила меня.